Случай достойной экранизации. Судовой кок провел 60 часов под водой на затонувшем буксире и выжил, единственный из всей команды. Буксир в водах Атлантики затонул 3 дня назад. Спуститься к нему раньше мешал сильный шторм. Водолазы обследовали дно и каюты в поисках тел 12 членов экипажа. И вот одного нашли. Зовут счастливчика Харрисона Кене. Буксир, на котором он работал, попал в шторм в 30 километрах от побережья Нигерии. Когда кок спустился в трюм, судно накрыло волной. Оно быстро пошло ко дну, спастись было шансов мало. Но Харрисон на ощупь метался по каютам и нашел то, что называют воздушным мешком. О том, что на глубине около 30 метров он провел больше 2 суток, а Кена узнал позже, только от спасателей. Теперь у молодого человека 2 дня рождения.